Эти два светодиодные светильники предназначены для торговли объектами. Это правый светильник предназначен для освещения в витринах. Он ставится вверх и освещает тело витрина. И когда на витрине оставлено, как, например, мясо, мы производим теплее светодиоды, которые подчеркивают цвет свежего мяса. Когда, так, например, вы продаете рыбу, мы ставим холоднее светодиоды, и рыба тоже выглядит свежее. Этот модель называется Top Light. Защита IP44, опция 65. Второй светильник Levi — это InLight светильник. Он предназначен для полки витрины. Монтируется под полкам и освещает товары, находящиеся на полке. Здесь приняты специальные предохранительные меры против обратного включения и против сверхнапряжения. Тоже внутри есть специализированный компонент, который контролирует температуру светильника. И когда температура увеличается, ток уменьшается, да. Спасибо. Тысяч кельвинов цветная температура. Нормально для хлеба, для мяса пользуется 3000. Для парфюма, для издательские для коробки. Когда у вас упакованная какая-нибудь коробка и вы хотите, чтобы цветы были яркие, пользуется 4000 до 5000 кельвинов.